играешь в танки, подписывайся на мой канал Эндомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Эндомита. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре премтанк ЛТ 6 уровня Германия. Вот, ВК-2801-105. Вот такой бутузик. Недавно их раздали. Сейчас они много у кого в ангаре есть. Да. Машины интересные, ЛТХ. Здесь своеобразная пушка. И вам решать, ездить ли вам на голде или экономить, фармить, пытаться на этом танке без голды. Фугасы здесь хорошие альфой. Все тут круто. Особый геймплей. Но в первую очередь это, конечно, ЛТ. И уже по сложившейся традиции предлагаю сразу посмотреть бронирование ВК-2801-105. Отправляемся. Итак, вот наша. Дайте приблизим чуть-чуть. Вот. ВКХ. Так, смоем. НЛД 61, ВЛД 62, 64. Основная надгусеничные полки там по 66 почти. Основная бронеплита башни 50 мм. Есть вот такие вот щеки в 73. Маска орудия 102. В центре 100. 116 есть. Лючок у нас 53. Боковое бронирование 30, и в целом у него только бронированная маска. Куда лучше ему не стрелять, можете там обычным снарядом не пробить. В целом обычная ЛТшка, и брони в ней, можно сказать, особо-то и нет. Вот разве что против других ЛТшек что-то сможете под каким-то углом там отбить, зарикошетить данного аппарата. Стоп, что я вышел-то? Так, пушка у нас. Пушка необычная. Да, пушка у нас с альфой в 350 пробитием. 64 всего лишь на основном снаряде и 104 на голде. 53 на фугасе. Заряжается на стоке 9 секунд. 0,55 точность. Точности у этой пушки нет от слова совсем. Время сведения 2,3. По пушке это игра в упор. Вот, по полевой модернизации. Так, максимальная скорость вперед. Мощности двигатель. Давайте смотреть нашу мобильность. У нас 68 и так вперед 27 лошадей. Я бы здесь поставил к мощности двигателя. Дальше. Здесь однозначно точность надо ставить, наверное, от времени заряжания. Не, ну надо точность улучшить по любой, потому что она ну прям вообще никакущая. Так, ну, урона и максимальной скорости назад. Вероятно, поставил бы дополнительную осколочную защиту. Либо ничего. Это касаемо полевой модернизации. По оборудованию. На мой взгляд, здесь два варианта сборки. Это однозначно основной слот, дающий дополнительный буст на обзор. Мы ставим просветленную оптику, ставим малошумку. Без этих двух вещей лучше не играть на этой машине. А вот вместо, как у меня стоит, турбонагнетателем, можно поставить еще вентилятор, к примеру. Либо поставить усиленный привод наводки, поскольку у нас тут очень сведение долго. Но мне кажется, с турбиной эта машина лучше все играется. По снарядам. Основной снаряд у нас ББХ летит невероятно медленный, 470 метров. Голда летит и того меньше, 376. 470, как и ББХ, летит осколочно-фугасный снаряд. То есть скорость полета снарядов очень медленно. Стрелять по подвижным целям невероятно сложно. Учитывая еще наше сведение и все остальное. Ну, короче, жуть. По снаряжению. Ремка, аптечка, огнетушитель. Вот, но поскольку у меня даже радист не с того. У меня просто нету на легком танке радиста в Германии. Поэтому я поставил со среднего танка. Поставил доп. Паёк, чтобы как перекрыть эти потери. Экипаж у нас 5 членов экипажа. Первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт. Вторым перком всем боевой брас. Дали качать, как показано в табличке. У ВН, кстати, у нас шикарные. Минус 10. Да, минус 10. Пушка вот уже заряжается, кстати, 8.08. Время сведения уже лучше 2.06. Вот, а ну разброс 0.49. И тут ничего не поделать с этим. По ХП у нас 680. И как для ЛТ 6 уровня это
среднее нормальное значение. По мобильности мы уже смотрели 68 вперед, 24 назад, почти 28 лошадей на тонну. Это прикольно. По незаметности у нас почти 34%, но у нас первая заметность только выкачивается. И отсутствует у Радиса, кстати говоря. По обзору 400 невероятные, 407, почему невероятные? Для шестого уровня это очень хороший обзор, 475 метров. По плюсам и минусам танка. Танк в принципе небольшой, это плюс. По подвижности однозначно плюс, по незаметности плюс. По броне, как против ЛТ, здесь точно плюс можно назвать. Слушайте, говорю, одни плюсы. Ну, пушка, своеобразный геймплей, это расстрел врага в упор, заехал, закружил в борт сзади, ну, ни в коем случае выцеливать и прочее, здесь это не работает. Поэтому, если будет высокобронированная техника, возить с собой сколько-нибудь голды, я буду играть без нее, да. Может быть, пожалею об этом, потому что 64 пробития на основном снаряде, это та себе еще и стоит. А в целом, интересная тачка, поехали пробовать смотреть, отправляемся в рендер, погнали. Так, линии Зигфрида попали аж к 8 левелам. Жуть. ЛТХи 2. У нас обзор боем ВК-2801-105. Это ЛТшка Германии. Премиум. 6 уровня. Сейчас мы его будем тестить. Три арты. Замечательно. Партия просто блеск. Партия огонь. Сегодня у нас очень серьезная программа, Ватя. На чем приехал к нам? На оленя! Тигер 2, ну карта накиньте ему, сделайте больно тигрулю. Арта. Что артоводы-то вообще? Ну, 800 насветили. Все, один в ангар поехал. Косарь насветили, все, план выполнили. Против восьмых уровней у меня как минимум план был такой. Так. Эх, жалко, не мой засвет. Да. Артоводы. Так, есть чуть-чуть. Есть. Мой был засвет.
Хоть покажи, за что ты там борешься-то. Да, я согласен. Хорошо, хорошо, выполняю приказ. Хорошо, хорошо, выполняю приказ. Так. 1200 насветили, так. Хорошо. Это хорошо. Эх, под арту выехал. Так, пока вроде выиграл. Я не растерялся, я же охранник. Все. Стоянка. Оп, мимо. Че, расколол? А хер там расколол. Нормальный мой засвет. Все. Отсветимся, поедем дальше светить. Хрен вам. Бурраск все украдет сейчас. Весь засвет. Ну ладно, 2К насветили. Приветствую тебя, брат, категорически. Шартоводы все там за перешейком. Здравствуйте, Мармонька пришла не одна, а с Арменом. Промазали. Вот вам точно все орудие. Не все так просто, ребят. Все. Победа. Ну ладно, 2К насветили. Пойдет. Шестерочка против восьмерочек. Ребят, пишите комментарии, какой вы используете на данном агрегате оружие. Да, но я немного не так отыграл, потому что все-таки надо было ездить на нем, вероятно, с голдой, но я не хотел. Хотел показать, как это там без голды играется. У меня было куча не пробить. Вы ставьте голду и будете наносить вот этот колоссальный урон, кайфовый, да. А вот у меня вот так получилось. Пишите свои комментарии, какое вы используете оборудование этой машине. Эта машина много у кого есть. Вот. Как вообще в целом вам этот танк? Там побольше комментариев. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. А я говорю, до скорых встреч. Пока в новых обзорах на моем канале. Пока-пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик.